Со стенда компании Везувий невозможно уйти, потому что куда ни глянь, всюду новинки. Сейчас будет анонс такой новинки, которая очень порадует любителей приготовить на природе и тех, кто уже приобрел мангал от компании Везувий. Я уже делал анонс этого мангала в прошлом году, но сейчас очень интересное дополнительное оборудование ждет нас всех. Здесь есть специальные чугунные плиты для приготовления на мангале. Это плита для приготовления стейков. Она с характерным оребрением. Здесь есть специальный лоточек для жира, который будет стекать. Отдельная плита для приготовления, например, бекона. Она так называется, плита бекон. Будет еще плита для приготовления рыбы. Здесь на выставке ее не привезли. И, естественно, будет плита для приготовления блюда на гриле. То есть это плита-гриль. Подходят они идеально для мангалов производства Везувий. Устанавливаются на мангал, крепятся надежно, то есть никуда она не съедет, не слетит. Под собственным весом лежит, и вот такие язычки ее держат. С нетерпением будем ждать, когда появятся эти новинки у нас в продаже в магазинах Farnax и на сайте farnax.ru. Для того, чтобы не пропустить этот момент, подписывайтесь на наши социальные сети. Там мы не только сделаем анонс этих изделий, когда они появятся у нас, но и также будем готовить вкуснейшие блюда с использованием различных вот этих вот плит. Подписывайтесь на соцсети, подписывайтесь на канал Farnax Film. Ждем вас в наших магазинах. До встречи!